мы сделали мобильное приложение «Правокруг АР» и надеемся, оно прекрасно дополнит ролики, которые вы смотрите на нашем канале. В этом видео мы расскажем, что это вообще за приложение. Мы давно думали о том, как добавить в наш контент трехмерные модели. Ведь любая квартира – это объем, а не только площадь. И добавили. Представляем вашему вниманию мобильное приложение «Правокруг АР», которое позволяет не только изучить планировки квартир серийных домов, но и посмотреть на эти квартиры практически вживую. Как это работает, вы видите сейчас на экране. Смартфон или планшет используют камеру и нашу трехмерную модель для того, чтобы дополнить реальность. Это используется в образовании, в бизнесе, в играх. У технологии, конечно, есть нюансы, и устройство должно быть более-менее современным, и в темноте оно не очень работает, но в целом вы действительно можете оценить объемы помещений, причем как в масштабе один к одному, так и в уменьшенном виде. Сейчас мы все это продемонстрируем. Итак, начнем с планшета. Сначала выбираем серию дома, и в этой серии планировку, которую хотим посмотреть, в данном случае это будет серия дома КП, планировка двухкомнатная распашонка. Дальше мы можем выбрать кнопку «Начать экскурсию». Это мы будем смотреть квартиру в реальном размере. Прежде всего мы видим вот такой экран с обязательными напоминаниями и подсказками. Квартира будет в реальном размере, вы будете ходить по реальному миру. Здесь может быть и перепад высоты, и все что угодно, предметы какие-то. Вот ничего этого вокруг быть не должно, потому что это будет не видно. Включилась квартира. Мы ее видим в натуральную величину. Размеры, точные размеры не указаны, потому что бывает стяжка, бывает выравнивание стен, до сантиметра не вымеряли. Вот сейчас мы выключили стены. Можем посмотреть, как квартира выглядит без стен, но в реальную величину. Заходим, стены, мебель, потолок, пол, все пока еще включено. Вот этими боковыми кнопками мы можем выключать это все. Ну и включать, соответственно. Зашли, и точно так же, как в реале, у нас справа коридор, прямо две комнаты. Комната с мебелью, с кроватью. Кровати, тумбочки примерного стандартного размера. Есть окно в реальный мир, можно повыключать потолок, пол. Прямо будет кухня, направо санузел. Вот тоже включаем-выключаем ванную, стены снова и идем на кухню. На кухне тоже можно все включить-выключить. Вот так обе комнаты без стен, но с полом и потолком выглядят. Естественно, потолок тоже можно выключить. В одной из комнат мы видим балкон. Ну и смотрим, как выглядит сама квартира по полу, если выключить вообще все. Это мы сейчас увидели квартиру в натуральную величину. Если мы хотим посмотреть ее же в масштабе, то есть в уменьшенном варианте, то мы вот на этом этапе выбора выбираем кнопку «Изучить макет квартиры». Точно так же видим предупреждение о том, что вокруг не должно быть мешающих предметов, а телефон нужно держать вот так. Нажимаем «Все понятно, начнем» и переводим телефон или планшет вниз. Видим там планировку квартиры, можем ходить вокруг нее. Точно так же можем выключать, включать пол, потолок, стены, мебель. Сейчас пока у нас небольшое количество планировок и самих квартир, так как приложение, как и весь канал, делают всего 2 человека. Со временем у нас будут обязательно добавляться другие серии и другие планировки квартир. Поэтому следите за обновлениями приложения, а более подробно о заинтересовавших сериях можно посмотреть во всех видео на канале «Правокруг». Ну и, конечно же, ссылка на скачивание приложения будет в описании к этому ролику, плюс его можно найти в Play Market просто по названию «Правокруг». До новых встреч в рассказах о новых сериях домов в наших следующих видео.